Уебан. У чела ВХ им. Здорово. Сейчас он вернется. Даст мне пиздечек, чекайте. Я не поверю, что я его второй раз смогу убить. Ну, вот он. Я говорил, он вернется. Уебанец. Ой, блядь, это вторая игра, ребята. Это вторая игра. Я просто не понимаю, насколько нужно быть бездарным уебищем. Вот прям вот насколько. Поражение становится окончательным. Скажите, что вы еще на что-то годитесь. Понятно, почему ты теперь-то не хотел играть? Да, именно, братан. Именно вот поэтому. Потому что я сейчас прилечу, и меня опять убьет читер. Потому что они даже не играют так активно. Они просто кемперят. Бедолага. Нубик был. Понял. Угадайте, кто это стреляет. А, ребят. Угадаете? О, он оттуда откуда стреляет. Ага. Да вылези, блядь! Я понял. Долбоеб ебаный. Бля, какой же чучело, это просто пиздец. Он умер два раза от меня. Не, вот я сегодня поиграл на КВМ, и именно с точки зрения игры на КВМ я вообще никаких проблем не ощутил. Это еще раз, это в очередной раз доказывает, насколько на самом деле именно в побоссе, ну, неважно, на чем вы играете. КВМ, геймпад, блядь, на чем умеете, на том и играете. Охуенная проблема этой игры. Ты постоянно думаешь о читерах. Прилипла. Да мне похуй, го пиздец, давай. Хуярь меня, хуярь мне похуй. Что ты мне сделаешь, блядь, я... На компуде сейчас хромает это, прицеливание, ну, типа, первоначальное. Всегда по кайфу тебя смотреть, скорее бы MW2. Бля, в натуре. Тут я согласен. Соглы плюс. Как говорил мой дед. А как отсюда уехать? А как уехать-то, блядь? О!
Ебать я. Диггер. Ты дурак? Ты нахуй сюда-то смотрел? Противник рядом с вами. Да перезаряжай! К работе готовы. Оно не перезаряжает. Нужна разведка по моим координатам. ППЛА начинает разведку. В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Да вы заебали. Там чел наверху теперь. ППшка странная очень. Она, во-первых, сразу не перезаряжается. Я не знаю, что с ней не так. Но она сразу не перезаряжается, в принципе. Она не сразу начинает стрелять. Что тоже очень странно. Охуенный звук. Ви, это ви, блядь. А вот бы, наверное, да, уйти. На их сборка. Да она, короче, багнутая. Она сейчас типа должна хитсканить. У них какая-то странная это. Вообще странная любовь к тому, чтобы звуки делать просто максимально громкими. Зачем? А хер его знает. Ну вдруг не услышишь, правильно? Ведем разведку. Блядь, серьезно? Никого? Мне еще ни разу не выпадал токен редеплоя. Ну, вообще, типа... Может, я его просто не вижу или я хз? Ну, непонятно же. За вами следит команда противника. Будьте осторожны. Интересно. Нормально. Да, не перезаряжается. Мне нужно кликнуть прям несколько раз. И только тогда он начнет, типа, перезаряжать. Это очень странная хуйня. Она просто не работает. Приближается.
туалете, да? Цель уничтожена. Чудесно. Натуре. Контракт подтвержден. Приступайте. Жетон эвакуации нашел. А вы говорили, не ввели. Не, хуйня. Я прям стрелять не... Я не понимаю. Во-первых, он каким-то хером оказался на крыше без звука. Блять. Там чел. Осталось всего пятеро. У беспилотника кончилось топливо. Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Пытаются вертолеты снабжения. На борту редкий груз. Они наносят точечный авиаудар. Оно не стреляет! Я говорю, я думал, может, мне показалось или еще что-то. Мне не показалось. Нужна разведка по моим координатам. ППЛА начинает разведку. Я видел чела. Я не понимаю, там где-то, он где-то там. Запрашиваю огонь. Цели отмечены. Это Феникс 3. Захожу на цель. Я не успею, наверное, да, залезть? Газ движется. Все нормально.
Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь... Сражались до конца и... Молодцы. Ебать там чел, да? Видели? Видели эту хуйню, блядь? Крадется, нахуй. Крадется.